Здравствуйте, в эфире «Женская политика». Меня зовут Анна Симоненко. Мы продолжаем знакомить вас с интересными и выдающимися деятелями Харьковщины. Сегодня у нас в гостях Сейфаддин Гурбанов. Здравствуйте, Сейфаддин Алиевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Для того, чтобы ближе познакомиться с нашим гостем, предлагаю посмотреть короткий сюжет. Сейфаддин Алиевич Гурбанов родился в городе Сейхут в Азербайджане. Прежде чем в 23 года стать студентом Харьковского художественно-промышленного института, который после переименуют в Академию дизайна и искусств, и где впоследствии наш герой станет доцентом одной из кафедр, Сейфаддину Гурбанову пришлось поскитаться. Одно время ему приходилось ночевать на вокзале и подрабатывать в художественной мастерской подсобным рабочим. Но уже на втором году обучения в вузе Гурбанов начинает участвовать в республиканских, всеукраинских и всесоюзных выставках. А под конец курсов выступает в роли преподавателя в Альма-Матер, где трудится почти 10 лет. На такой же период преподавательскую деятельность оставляет и возвращается в Академию в 2008. С 92-го Сейфаддин Гурбанов – член Харьковской организации Национального союза художников Украины. Сегодня он заслуженный художник Украины, народный художник Украины. Его работы украшают города не только Украины, но и других стран. На Харьковщине руки мастера принадлежит множество творений. Это памятники Александру Невскому, Алексею Бекетову, Илье Мечникову, первой учительницы, скульптурные композиции «Скрипач на крыше», «Семь чудес Харькова», «Формация в веках», мемориальные доски Евгению Кушнареву, Клавдии Шульженко. Скульптор, автор государственных и международных наград «Золотой ягуар», «Европейское качество», «Высшая проба», «Золотой меркурий», «Тысячелетие». Награды имеет и сам. Сейфаддин Гурбанов – почетный гражданин Харьковской области, владелец отличия «Слобожанская слава», ордена маршала Жукова и других. Женат, отец двоих дочерей. Сейфаддин Алиевич, спасибо, что стали гостем нашей студии. Расскажите о вашем творческом становлении. Был ли это легкий путь или было сложно? Все давалось сразу или были трудности? Как вы нашли себя? Нет, скажем так, у нас профессия вообще очень сложная. А когда, где я жил, это автономная республика Нахчеван, это где граница Иран-Турция, вот рядом. Ну, там не было студии, куда можно было ходить, заниматься. Это я даже не знаю, откуда у меня вот возникла такая идея, чтобы быть скульптором. Когда-то у нас был единственный там университет, там можно было получить, учиться на педагога, педагогический институт был. И папа у меня, он в школе был, директор школы, и он говорит, надо после школы пойти дальше учиться педагогическим. И когда я изучал историю, исторический факультет поступает, когда я изучал историю, там изучал некоторых скульпторов, художников жизни и деятельности. И вот так, тогда возникло мне, что-то мне понравился Мартасов, есть такой, помните, возле Кремля, там, мини-пожарскому там памятник. Вот что-то мне откуда-то вот раз, вот эта идея, и потом рядом с отцом ездили гости и кладбище. И я вдруг раз, первый раз в жизни вижу из камня вырубленная, высеченная работа. Ну, думаю, как можно, человек выходит из камня. Я еще в школе учился. Вот, наверное, вот оттуда и возникла у меня идея, чтобы стать скульптором. Но потом я не мог себя найти, потому что я не хотел учиться, стать педагогом, и я просто, ну, педагогически не хотел институт поступать. И в конце концов просил, уехал в Баку, приехал в Баку, и очень коротко расскажу, что вот там и там не мог поступить в училище, потому что я приехал в конце августа. А нашел училище техническое, это не художественное, а такое техническое училище, и зашел в директор, и он мне говорит, о чем вы говорите, если через два дня занятия начинается. Я говорю, вот видите, я там три дня ночевал там в вокзале, там, то есть у меня родители не примут обратно, я вообще хочу учиться, там, типа, надо деньги, я деньги дам, он хотел, у меня ничего не было, и так просто, так уж, лишь чтобы это вот оставаться. Он говорит, посмеялся, говорит, ладно, завтра придешь, поговорим. В следующий день захожу, он говорит, так, давайте, сейчас будет аудитория, с тебя, ну, экзамен. Поставили на тюрьмот, я там что-то нарисовал. И, ну,
приняли меня. Представляете, без ничего. За молодец. День вот так? Да, вот. За день приняли. Это потом, когда я закончил училище с красным дипломом, этот директор училища говорит, я не ошибся, когда, говорит, тебя брал. Ну, потом армия, после Караганде служил, потом вернулся, поступил все-таки педагогический институт, потому что больше некуда было поступать. А там только открыли художественно-графический факультет. И у меня, ну как, взяли меня как за то, что я закончил художественное, ну, техническое училище. И 2 года учился, учился отлично. И ходил одному скульптору заниматься, ну так, ходил, глину таскал, особо так творчество. Там я ничему не научился, потому что там моя задача была там поднести мастерскую, там перенести глину, вот такие работы выполнял. И через 2 года понял, что мне там нечего делать, надо бросить, уехать. Ну, я когда ему рассказывал, что я бросаю институт, уезжаю поступать в Россию, тогда я как бы, для меня это Россия единственная страна была, я же не знал, это как бы особую историю. И вот он говорит, я тебе, зачем бросят, я тебе помогу поступать, если хочешь, или Грузии, или Харьков. Я сразу же, без всяких, что-то не знаю, я сказал, Харьков хочу. Сказали Харьков, да. И тоже, получается, не ошиблись, сколько лет, да, уже. Вот. Как получилось так, что именно здесь вы пустили корни? В общем-то, география достаточно обширная. И за что вы любите этот город? Знаете, вот, во-первых, я когда акцентирую еще внимание на это, что когда я приехал на 2-й курс, меня сразу перевели, я вообще ничего не умел делать, ни рисовать, ни лепить. А значит, что я тут стал художником, понимаете, вот это поэтому, так судьба мне, так она должна была быть, хотя детство я всегда мечтал вот уехать именно мысленно, мысленно представлял эту ситуацию, как-то я как-то детство как видел, вот учиться закончу и уехать куда-то в Россию или там, ну, имею в виду, вот уехать, примерно вот как я мыслил, и так и попал в точку, то есть судьба все равно привела меня сюда, и я тут стал художником, и когда закончил, ну, на 2-м курсе, я говорю, самым слабым, а в конце, ну, 4-м курсе я был уже первым студентом. И когда я заканчивал, у нас Царство Небесное, Любовь Игнатьевна Жуковская, завкафедра, она подошла ко мне. Я тогда уже растерян, не знал, куда по направлению тогда отправляли. Я не знал даже, куда взять направление. И тут она подходит, как-то улавливает мои мысли и подходит, говорит, а ты не хочешь остаться у нас на кафедре? Ну, это вообще было так. Я с удовольствием остался. Через 3 года меня отправили в Ленинград. Учился там, единственная была Академия художеств СССР, вернулся, преподавал, потом ушел, потом снова, когда стал народным художником, попросили, ну, вернуться, вести кафедру. Вот, вот я сейчас в данный момент зав кафедры. Вообще, я скажу, очень сложная профессия, не так и те, которые вот со мной учились, ребята, и вот из 6 человек я один остался, сколько он стал. Потому что это сложно, это мысленное, ну, всегда надо думать днем и ночью, это надо найти идеи, это каждый вот шаг, когда композицию строишь, это все надо осмыслить, это увидеть вперед, ну, это так как бы, это не каждому и удается этого делать. Прежде чем приступить к какой-то работе, вот какой подготовительный процесс? Вы изучаете историю вот того объекта, да, который собираетесь мастерить, как это происходит? Это морально какое-то особое состояние духовное? Ну, знаете, вот правильно, вот я даже вот студентам, когда общаемся, вот приносят эскиз, я даже эти эскизы не хочу смотреть, я говорю, сразу уберите, пока я не вижу полностью в объеме среды, где пространство, где-то, ну, эскиз, где этот эскиз будет находиться, то есть материал. Естественно, когда я даже любую элементарную работу когда делаю, я сразу без материала не могу приступить к работе. Из чего вам легче всего творить? Прежде всего надо изучать, получить достаточно фотографий, ехать посмотреть местность, свою мысленно, пока еще не начинаешь даже эскизы делать, пластилины, мысленно надо уже строить на место композицию. Ты тоже видишь масштаб, видишь, ну, окружающую среду, как это, тогда уже первый, вот, создается первые такие мысли на месте,
вот где будет стоять работа. А потом уже это свои мысли начинаешь искать пластлине. Когда находишь несколько вариантов, делаешь, или один вариант сразу, если ты убежден, делаешь один вариант, я обычно так и делаю. И потом, естественно, что начинаешь увеличивать глины или пластилины, потом это переводится в гипс, потом это переводится в воск, потом это переводится или камень, или бронзу. То есть такие этапы происходят, то есть гораздо, ну, то есть не так, так и просто, скажем так. Если это памятник или если это мемориальная доска какому-то выдающемуся человеку, вы изучаете вот саму личность того? Обязательно. Без этого невозможно. Просто что, как можно человека там создать, если ты не знаешь, какой у него характер. То есть только параметры, какие-то эстетические характеристики, это еще не самое основное? Нет, вот в данный момент вот товарищ один попросил, он делает сад скульптуры там на Альминской. Вот я сейчас делал ему Шукшина памятник, ну, Шукшин. И вот Пастернак, а сейчас вот буквально, наверное, через две недели устанавливаю Маяковского, Есенина. Эти герои близки вам по натуре? Ну, знаете, вот мы, это как мыследователи, то есть когда что-то происходит, надо все изучать, искать. Также, и если я получаю информацию, то есть о человеке, естественно, я в Маяковской школе Есенина изучал. Вот. Естественно, я, если увидите, там, сколько я набираю материал полностью, там, очень много фотографий, и читаю о них. Там. После этого начинается, естественно, что строится композиция. По-другому никак не получится. Как вы относитесь к критике? Вот, допустим, если брать какие-то знаковые объекты, даже в Харькове, то были истории, в интервью вы говорили, памятник Людмиле Гурченко и «Семь чудес», которые вы переделывали за китайскими специалистами, за заказчики, это была городская власть, они отнеслись как-то не очень по-доброму, да? Вот нет желания все бросить в этот момент? Как относитесь? Ну, знаете, я никогда, даже мне, я люблю, когда критикуют меня, вот, потому что без критики я не вижу свои ошибки, вот, это один вариант. Второй вариант, когда, если меня критикуют, если я убежден, что я прав, я даю паузу, и жду, когда-то все равно это вернется, как бы, ну, когда, скажем так, справедливость, ну, восторжествует. Да. Поэтому я жду этого момента, ну, и не ошибаюсь. Не ошибаюсь. Это самое. Потому что правда есть правда, если там сделан правильный шаг, естественно, что все будет нормально. Вот. Ну, а критика, я нормально отношусь, так, особо не критикуют меня, но бывает так, бывало, когда Бекетова устанавливали, там были очень много, там, городостроительный совет, большинство голосов, все были против, чтобы там поставить на Смузской, где стоит елка, то потом были разговоры, что елку убрать, елка мешает, так далее, так далее. Но сейчас все шикарно и смотрится. Потому что нельзя, это я объяснял, что наоборот, даже в советский период, когда ставили памятник, всегда специально сажали и ту, или там елки, чтобы обобщить фон. Ну, а сзади, если убрать, вчера даже там товарищ архитектор разговаривали, я говорю, если мы убрали, до сих пор мы обсуждаем это, если убрали мы елку, сзади ступенька академии, ну, университеты, и этой ступенькой разбили бы полностью композицию. Вся композиция смотрелась бы дробленная. Ну, то есть это как бы нельзя было это допустить. Вот, слава богу, там мне понял Михаил Малкович Добкин, я это когда с ним разговаривал, он говорит, ладно, еще раз, я сам лично приеду, ну, посмотрю. Ну, когда установили, точно в 12 часов он приезжает, ну, он говорит, что все отлично, все нормально. Ну, и слава богу. Ну, бывают такие там моменты, потому что у меня опыта с памятником достаточно велика, поэтому я как бы вижу пространство и сразу улавливаю эту пропорцию. Это очень сложно. Почему вот часто хромают какие-то работы, допустим, сносятся и так далее? Потому что, значит, автор не попал в среду. То есть это надо сразу увидеть даже, ну, эскиз делается, а потом, когда увеличивается, еще совсем другой вид получается. Получаем другой вид, потому что пространство сразу давит, и это, скажем так, когда я скрипача делал, я специально кое-какие-то моменты усиловал. Голову даже чуть больше делал, потому что есть ракурс.
Когда ракурс, она, естественно, воздуха совсем по-другому будет смотреться. Ну, вот сегодня, когда мы видим, особо нарушений нету, потому что я как бы учел это. Никто, думаю, что об этом даже не задумался, о том, что там голова может быть больше, конечно, чем... Конечно, там есть, там даже чуть-чуть, я делал скрипка чуть-чуть больше, там, ну, чтобы это все, когда мы снизу смотрим, это же все сокращается, сокращается. И поэтому, чтобы получить нормальный результат, успешный, вот этот момент и надо учесть. По-другому это получается ошибка, а ошибка потом печально заканчивается. Ликвидация того объекта, ликвидация, который... Критики начинают, люди очень прекрасно понимают у нас в городе, слава богу, опыт у всех есть. У нас в городе очень много памятников, поэтому я даже сказал бы больше, чем в других городах. Поэтому, естественно, что мы часто открывали памятники, и каждое открытие происходило торжественно. Очень много там отзывов хороших, поэтому... Я стараюсь всегда как бы не подвести людей и стараюсь делать не на 5, а на 10 лет, чтобы эти работы были, ну, как бы подошвы. Какой век вообще у памятника? Вот сколько хорошая скульптура там может простоять с учетом всех погодных условий, времени, веков? Ну, я скажу, если в 12 веке нашли бронзу скульптуры под водой, и в отличном состоянии. То есть для бронзы ничего не будет. И даже мраморная работа, мрамор на улице немножко боится погодных условий, а если помещение, то это, ну, камень, вечный материал. Ну, особенно, ну, конечно, бронза. В чем вот на сегодняшний день феномен скульптуры? Это вот такой вид искусства, который уже очень давно, истоков мы помним, и не теряет актуальности. Это вот сфера жизненная, все время что-то новое-новое, и вы вот мастерство свое сейчас передаете студентам, людям, которые тоже хотят творить подобные вещи. В чем секрет? Ну, знаете, скульптура – это действительно загадочная профессия. Я вот не знаю, это... Ну... притягивает, знаете, вот это, чем больше увлекаешься, ну, чем тащит, тянет и тянет, а, ну, украсит город, ну, если гости приезжают, это они запоминают только или архитектуру, или скульптуру в городе, то есть другие сооружения, имею в виду, там, заправки, там, рестораны особо не, ну, как бы не запоминается. Если я когда-то делал инспектора ГАИ, вот возле этот Московский проспект, ну, райотдел, возле райотдела московского, и я в Крыму отдыхал, и, представляешь, тут одним человеком познакомился, и он говорит, ну, поговорили, он говорит, ты откуда? Я говорю, из Харькова. Он говорит, о, я был, там я видел гаишника памятника. А вы так, я говорю, я автор. Ну, представляете, то есть он ничего не помнит, а помнит вот то, что ему нравится, вот скульптура. Поэтому есть такие вот, сегодня студентами мы проводим, стараясь, завезли камень, они из камня рубят. То есть раньше этого не было. Там они... Перспективные студенты у вас? Есть талантливые студенты. Я стараюсь, чтобы вот это... талантливых людей поддержать и, ну, как бы правильно объяснить, что, ну, есть, бывают студенты, вот я наблюдал, они поступают очень талантливыми, потом вот есть амбиции человека, художника, если есть амбиции, сразу же, вот буквально через пару лет этого студента уже нету. То есть он сразу там пропадает. Вы и... не амбициозный? Нет, человек? Я наоборот, я всю жизнь работаю. Мне кажется, что мне так иногда грустно становится, что вроде не успеваешь даже чему-то научиться. То есть оно быстрое время идет, а ты делаешь, как, чем больше делаешь, тем больше увлекаешься. И видишь, что как бы человек, возможности большие. То есть он может творить гораздо-гораздо лучше вещи, то есть, а этому надо идти через какой-то путь, то есть проходить через какую-то практику. Вот я сам учусь, я вот в последних своих работах и начинаю, вот сейчас особенно готовлю дело, как бы галерею свою, и начал творчески работать, создавать, и опять притягивается, и, ну, начиная этот опять чувствую что-то самое, это вот то, что сделал, завтра, следующий день смотрю, уже нахожу недостатки, там уже начинает дальше, то есть это самокритичность. Да, я обожаю, я просто, я наоборот никогда не себя толком не считал хорошим скульптором, то есть
Ну, факты да. говорят об обратном. Не, ну я стараюсь, хочу делать все, что профессионально, все это хобби. Ну, не то, что, ой, это душа моя, не хобби. Это я этими живу и отдыхать езжу там 7 дней в году. То есть на родине не было больше 20 лет. Не тянет? Ну, тянет. Хотел вот сейчас уехать, немножко вот этот, жду, когда выборы закончатся, тогда как бы уехать. А вообще, ну, хочется, конечно, уже там, наверное, все изменилось. И, ну, родители приезжают. Из-за того, что я не езжу, они приезжают. Вот мама недавно уехала, 20 дней назад приехала. Говорит, пока хожу, буду ездить. Если говорить, вот вы уже заговорили о выборах, о политике, общественно-политическая ситуация сегодня у нас в стране достаточно сложная. Отражается ли это как-то на вашей деятельности, творчество, в общем, задевают все эти передряги? Ну, знаете, вот я как-то запретил на кафедре обсуждать политику, потому что как только приходишь, начинаются вот это, такие страшные вещи говорят, одни так говорят, другие так говорят, и естественно, где-то там только настраиваешься, там что-то делать, а тут уже настроение портится, и поэтому я запретил говорить, а вообще отражается. Все художники жалуются, что вот заказчики пропали, то есть работы нет. У меня лично тоже Луганск делал два серьезного объекта, вот один объект точно уже готов, точно уже как бы не может, потому что это уже готовая работа, даже не, вот второй человек должен приехать, слава богу, вроде все нормально, он в воскресенье, в субботу должен приехать. Вообще, да, да, отражается. Ну, искусство вечное, поэтому мы не останавливаемся, работаем, и когда такие, ну, заказ, это такое дело, это заказ, это не главное у скульптора или у художника. Самое главное, если художник, он настоящий художник, он не будет без работы сидеть. Вот всегда мы должны творить, создавать. То есть это наша работа, поэтому останавливаться, ждать, кто-то тебе что-то закажет. Так, нет, я лично вот много лет себе как рекламу делал. Я много лет работал, творил просто. Просто работал, кто-то увидел, понравилась работа, купил, кто-то что-то еще заказал, вот так и двигался. То есть я вот не сидел, не ждал, вот у меня нет заказов, есть такие художники, вот ничего не делают, вот нет работы, вот сидите. Это, на ваш взгляд, не настоящий художник? Это неправильно. Это, конечно, настоящий художник должен сойти в мастерскую утром и вечером выйти. И не думать ни о деньгах. Или там кто-то купит, не купит. Надо создавать, работать. Ты переносишь свои состояния, свои переживания. И она вот, и когда, особенно если работа получается, честно говоря, это тот день, как будто только родился. Насколько настроение хорошее. То есть это приятно очень. Вот даже вот сейчас такой немножко, как бы нельзя сказать, затишье, там работа все равно есть. Я даже наоборот хочу, чтобы не было, чтобы я занялся для души вот, работать. Ну, уже и занимаюсь. То есть. Все равно есть какие-то перспективы, планы строить. Расскажите, чем вот заняты сейчас и в будущем к реализации какие готовите проекты? Ну, работу... у меня мечта, вот где мастерская, создать сад-скульптуру. И, в принципе, сейчас делаю. Я даже приглашу вас, наверное, через пару месяцев открою первый фонтан. Это будет, ну, то есть единственный фонтан в Харькове из бронзовой фигуры, двухфигурная композиция. И вот так потихонечку каждую работу я хочу сделать, открыть. Это была сад-скульптура, люди могли прийти, фотографироваться. То есть это был уголок, где может художник прийти рисовать. Ну, знаете, вот сейчас на улице там стоят возле Вечного огня, торгуют картинами, а тут можно сделать, студентам можно прийти. Там места достаточно, в принципе, можно создать такую возможность для художников, и им интересно будет. И рядом же будет действующая галерея, где где-то около 400 метров квадратов. Построена почти в готовом состоянии. И для этого мне надо еще полностью, чтобы провести благоустройство, закончить вокруг окружения, это
Где-то, я думаю, что 1,5-2 года еще мне понадобится. Только своими руками? Только своими руками, потому что там даже сам везде, и как дизайнер, как архитектор, все это делаю. Ну, достаточно там буквально 2-3 строителей у меня постоянно. Вот с ними мы создаем, работаем. Ну, только сам. Никаких это. Потому что у меня очень сложный характер, потому что то, что мне делают со стороны, мне вечно не нравится, я капризный, поэтому я сам это все придумываю, чтобы не делать. Хочешь сделать хорошо, сделай сам, это сам, и да, придерживайтесь. Да, да, потому что я пробовал, ну, у меня не, как-то что-то не получается там архитекторами работать или дизайнерами. Просто, ну, как я вижу, так и вот когда в мастерской работаю один, как бы не приглашая студентов, никого, потому что я считаю, что человек сам должен в мастерской находиться, ему надо одному находиться, чтобы создать нормальную работу. Это дух творчества такой. Да, дух. Спасибо, что стали гостем нашей студии. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Желаем вам удачи, успеха во всех ваших творческих начинаниях. Спасибо, очень приятно было. Всего спасибо. Доброго, до свидания. До свидания. Такой была женская политика этого дня. Будьте здоровы, смотрите телеканал «Симон». Увидимся. До свидания.